Ну что, наконец-таки FIFA Mobile нормальная ее версия. Привет всем, с вами Данил Игромов, AKD104X, и по чесноку давным-давно уже не было FIFA Mobile как на постоянной основе. Обычно у меня уже на канале корейская FIFA Mobile основалась, но она не набирает просмотры, и, к сожалению, вряд ли она еще будет на канале. Но если мне как-то там выпадет Криштиану Роналду или Лионель Месси, то, соответственно, такой видеоролик будет. В одном из последних видеороликов я как раз анонсировал события Тотти и показывал всех игроков, которых можно было забрать. Мне подписчики как раз и подсказали, что было бы здорово мне забрать Неймара и Мбаппе, соответственно, получить офигенный линк в нападении. Я вас услышал, я так и сделаю. Так вот выглядит мой нынешний состав, и на позицию Гоури и Депая у меня встанут как раз Неймар и Мбаппе. Единственная проблема в том, что у Неймара рейтинг 91, а Гоури 92. Но я посмотрел по статистике, которая у них у карточек, там Неймар просто взлетать должен, такая карточка сумасшедшая, поэтому мне кажется, ничего не помешает. У меня 4400 очков нападения Тотти, и в принципе мне 150 очков не хватает, чтобы забрать Мбаппе. Но я решил это оставить на следующий видеоролик, а сегодня мы постараемся дойти до кульминации данного видеоролика и забрать все-таки Неймара. Я думал Месси забрать для кликабельной обложки, но он мне вообще не нужен, а продавать его, ну, в принципе, может быть, еще будет время его забрать. Ну, а мы погнали забирать все награды, которые присутствуют в этой дорожке. Вы просто не представляете, как сильно я хотел их забрать, потому что я столько времени ждал, чтобы накопить очки и забрать хоть одну крутую карточку для кликабельной обложки. Вряд ли здесь усилялок так много, что я смогу их прокачать, и у меня появится новый там уровень усилялок. Поэтому, наверное, самое интересное, что здесь будет, это паки. Паки 80+, поймать крутую элитку было бы здорово. И вот она, первая элитка. Я, честно говоря, не знаю, сколько у нас всего их будет. Давайте, ну, минимум 2 это точно. Я помню, что в конце еще должна быть. Давайте посмотрим, анимации как таковой здесь не будет. Нам она и не нужна. 80 Фабиан, это вообще, в принципе, я не знаю, зачем мне они его дали. Еще одна элитка. Так, ну давайте хоть кого-нибудь поинтереснее, потому что та карточка была вообще ни о чем. Лекозет 81. Ну, 81, мы идем на повышение, ура. Так, мы дошли до Неймара, и давайте как раз забирать его. Если я не ошибаюсь, у меня с математикой не всегда все было хорошо, но мне должно хватить всех вот этих очков, чтобы забрать Неймара. 540 тысяч монет, это очень круто. Потом 400... Слушайте, усилялок серьезно очень много я получил. Возможно, какие-нибудь и смогу прокачать. Окей, забираем их. И теперь самое красивое, что мы могли сделать за сегодняшний видеоролик. Мы забираем господина Неймара. И теперь он встает в наш состав. Красиво набор Тотти смотрится. И давайте посмотрим, здесь даже анимация есть. Вау, Неймар, круто. Честно говоря, мне пофиг. Но у Неймара статы, я даже не знаю, это нечеловеческие какие-то. 111 скорость, то есть он пробил потолок, он больше 100 бегает, это как? Я, кстати, могу еще одну элитку забрать. Давайте это сделаем, и там у нас будет... Отвратительные паки, я надеялся, что хоть кого-то поймаю. Вот вопрос года, смогу ли я забрать Месси. Я не помню, 8 дней осталось или сколько. Но, блин, ну хочется еще Месси забрать. Это же было бы очень кликабельно. Я, наверное, постараюсь это сделать, но не обещаю. Соответственно, следующий видеоролик по FIFA Mobile надо будет все-таки подождать. Ну а мы давайте ставим в основу Неймара. Давайте просто посмотрим общие характеристики. Они вообще нереальные. Они просто бомбы. Соответственно, мы сейчас должны улучшить состав в любом его случае, только физическая подготовка 64, это, конечно, жесть. 800 тысяч опыта и 525 тысяч монет, мне кажется, того стоит, поэтому давайте отдаем и этого игрока, и делаем плюс 2, посмотрим, какая карточка будет, и, возможно, мы сможем прокачать состав, хотя я в это сильно не верю. 93-й Неймар уже посолиднее, и давайте посмотрим, ну, блин, пусть состав прокачается, было бы круто. Давайте попробуем протестить Неймара, может быть, он в игре будет очень хорош, соответственно, самые лучшие моменты я его вставлю. За 3 матча очень тяжело понять характеристики игрока, но самое большое, что мне бросилось в глаза, это дриблинг Неймара. Он сумасшедший, как по мне, и впоследствии он мне, скорее всего, пригодится. Ну а если вы хотите, чтобы я забрал Месси, тогда пишите об этом в комментариях. Вообще, если у меня есть шансы забрать Месси, то пишите об этом в комментариях. Ну а на этом все. С вами был Данила Громов, AKD104X. Всем спасибо, всем пока!